В Майами криптовалюта все больше входит в обиход для операций с недвижимостью. Владелец Solmar Real Estate Эрик Фернандес выставил на продажу пентхаус, расположенный в Blue Diamond, Майами Бич, штат Флорида. Его оценочная стоимость составила 3 миллиона 500 тысяч долларов. Фернандес говорит, что владельцы готовы принять оплату за недвижимость не только фиатными деньгами, но и в криптовалюте – биткоин и эфириум. Он также отметил, что уже в ближайшее время цифровая валюта может стать признанным средством для оплаты операций с недвижимостью.